Укрзалезница запускает 30 новых пассажирских поездов, 12 из которых будут направляться в Одессу. Из Одессы на запад, кроме нынешнего экспресса Одесса-Львов, запустят еще дополнительные. Одесса-Черновцы, Одесса-Львов-Ужгород, Белгород-Днестровский, Одесса-Львов-Черновцы. На восток из Одессы в сторону Харькова продлят существующий постоянный поезд до Лисичанска. Также добавят поезд Харьков-Одесса, который будет проходить через Кривой Рог. Восстанавливается движение поезда Одесса-Мариуполь. Добраться до Киева из Одессы также станет проще. Начнет курсировать летний Интерсити. Но следует отметить, что часть дополнительных поездов будут ходить нерегулярно. Несколько раз за сезон или несколько раз в неделю. Также не надо забывать о карантинных запретах в связи с постоянно меняющимися красными зонами.